спонсор сегодняшнего выпуска – канадская фирма спортивного питания ANS. Используйте ее, и будет вам сила, масса и рельеф. Привет, друзья! Не могу не затронуть такую важную тему, тем более, что очень много вопросов приходит на эту тему. Тема довольно щепетильная, я не слышал в других видеоуроках, у других блогеров, либо где-либо еще, чтобы она обсуждалась. Но она настолько актуальная, что касается практически каждого, кто занимается тяжело, упорно и продолжительное время. Что за тема? Тема, проблема, геморрой. Действительно, эта проблема касается многих, особенно когда вы тренируетесь тяжело, когда вы выполняете приседания, становые тяги, либо делаете тяжелые жимы, натуживаетесь, со временем может появиться такая проблема. Скажу сразу, нужно обратиться к врачу, если у вас какие-либо тяжелые симптомы, если невыносимые боли, если это кровотечение, обязательно сходите к врачу. Не занимайтесь самолечением. Но меня тоже не обошла данная проблема. Мне пришлось как-то выкручиваться из этого положения. За всю мою 25-летнюю карьеру я где-то 3 или 4 раза получал данный недуг. Но он был действительно очень маленьким, сильно не беспокоил меня. И, пользуясь определенными способами, я избавлялся от него. Во-первых, я исключал тяжелые приседы и жимы. Это приседания на 3, 5, 6 повторений. Я делал легкие приседания, легкие тяги, но продолжал приседать и тянуть. Это обязательно. Не делал ничего до отказа в течение 2 недель. Да, вам понадобится где-то 2 недели, чтобы избавиться от данной проблемы, если она не в запущенном, не в тяжелой фазе, если нет кровотечений. Что нужно сделать первонаперво? Сходить в аптеку, купить специальные свечи, по-моему, Relief называются в России, проделать курс. Обязательно нужно хорошо питаться, об этом вы знаете как, но в эти дни нужно питаться особо хорошо. Исключить соленое, исключить острое. Пить как можно больше воды. Что еще важно? Еще важно очень купить в аптеке бальзам «Звездочка». Да, многим покажется это смешным, но лично я именно так избавлялся от данной проблемы. Каждый раз после того, как вы сходили в туалет, сходили в душ, используйте «Звездочку». Где-то это нужно делать 3-4 раза в день на протяжении недели. Поначалу кажется, что это больно, но на самом деле ничего больного в этом нет. Смеяться не нужно, всякие тролли могут проходить лесом. Эта проблема действительно серьезная. И поверьте мне, по количеству писем, смс, вопросов, приходящих мне в личку, она перекрывает все другие. Поэтому плевать на то, что кто подумает, я вам советую, как от этого избавиться. Звездочка, свечи Relief, усиленно внимание на правильность питания. Много воды в течение суток. Минимум 3 литра. И хороший отдых в тренировках. Отсутствие натуживаний, отсутствие отказных повторений. Вообще тяжелую силовую работу на 3-5-6 повторений убираем, исключаем на 2 недели. После того, как вы избавитесь от данного недуга, постепенно возвращайте себя к силовому ритму, к силовому режиму. Если у вас никогда не было данной проблемы, дай бог, чтобы не было, старайтесь никогда не натуживаться. Не когда вы ходите в туалет, а если вы натуживаетесь в туалете, это говорит только о том, что питание ваше совершенно неправильное, мало жидкости, неправильное сочетание продуктов, вообще продукты хреновые. Думайте об этом, потому что у большинства людей, кто получает данную проблему, они не тренируются вообще. Тренировка может спровоцировать, если вы постоянно натуживаетесь. К примеру, делаете жим ногами и задерживаете дыхание, 3-5 секунд боретесь с весом, происходит серьезное натуживание, задержка дыхания, давление возрастает в определенном месте. И это очень-очень печально может сказаться
на вашей пятой точке в определенном месте. Поэтому, ребята, соблюдайте все рекомендации и не будет проблем. Но запомните, если у вас действительно серьезная фаза, обязательно сходите к врачу. Привет, друзья! Очень часто в последнее время мне приходит вопрос от парней и от девушек по поводу варикоза. Как быть, как лечить, как тренироваться, от каких упражнений стоит отказаться. Так вот, ребята, ни от каких упражнений отказываться не нужно. Нужно соблюдать ряд определенных правил и положений. И тогда вам будет гораздо легче тренироваться. Но запомните, в любом случае консультируйтесь с врачом. Варикоз – это генетическая предрасположенность. К сожалению, она не лечится, но грамотными тренировками вы сможете продолжать тренироваться, не нанося себе вред, не усугубляя положение. Что для этого нужно? В первую очередь, любую тренировку вы должны заканчивать жимом ногами, но не горизонтальным, а вертикальным, когда вы жмете платформу вверх, без веса на 30-50 повторений. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы кровь отошла, особенно после того, когда вы выполняете становые тяги или приседания. И приседания, и становые тяги вы должны выполнять, но никогда не работайте до отказа, никогда не задерживайте дыхание, никогда не натуживайтесь. Применяя все эти простые правила, вы сможете грамотно тренироваться, сохраняя ваше здоровье. В конце тренировки обязательно, без разговоров, полежать 5 минут вверх ногами. 15 минут ежедневно, ежевечернее точнее, перед сном вы должны лежать вверх ногами. Гулять вечером 20-30 минут и выполнять растяжку на все тело. Выполняйте все эти простые правила, и вы сможете тренироваться, вы сможете прогрессировать, и не слушайте врачей, которые запрещают вам тренироваться. Всем пока, увидимся в тренажерном зале. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!